Здравствуйте, с вами снова Александр. Я хочу вам рассказать сегодня о детском автомобильном кресле от компании Joy. Оно называется Elevate. Это из сегмента чуть ниже среднего, средний сегмент, где-то так. Оно не из дорогих кресел, но при этом, при всем, оно из-за того, что оно стоит недорого, не утратило все самое необходимое, что нужно для перевозки ребенка в автомобиле. Это кресло тоже, кстати, насчет безопасности сразу же имеет все сертификаты, европейский сертификат, оно прошло все обязательные краш-тесты, поэтому доверять ребенка ему можно. Что касается самого кресла в целом, технические характеристики, оно с 9 месяцев до 12 лет, включает в себя все три категории, первую, вторую, третью. Вот. Для перевозки ребенка с 9-месячного здесь используется классическая система пятиточных ремней. Это каждый из них, кстати, с верхней части с мягкими накладками на плечевой зоне, на паховой зоне. В общем, пятиточными ремнями ребенок крепится с 9 месяцев где-то до 3 лет. Это где-то до 100 сантиметров роста. Выше нет, потому что запаса ремня уже не будет. Это как раз запас ремня где-то до 100 сантиметров. Это что касается 9-месячного, ну, до 3 лет первой группы. После чего, когда ребенок дорастает до нужной группы, до второй группы, ремни отсюда демонтируются. Демонтируются они, кстати, тоже очень легко. Вот отсюда высовываются ремешки и вытягивается ремень. Больше ничего делать не нужно. Все элементарно и просто. Вот. Кстати, что касается еще безопасности, не все производители делают такие интересные вещи, как вот дополнительные боковые панели при боковом ДТП, которые гасят дополнительную энергию удара. Здесь, в этом ценовом сегменте, это есть. Вот этим мне компания Joy нравится. Дешево и сердито. Вот. Что касается материалов, конечно, они не супер-мега, там, не алькантара вам, не кожа, ничего подобного, но, в принципе, достаточно нормальная ткань. Назвать ее супер какой-то тактильно приятной я не могу. Она просто не раздражающая. Я думаю, ребенок там будет сидеть и сидеть, не париться. Нормальная ткань, без претензий. Но чувствуется, что она такая износостойкая, крепкая ткань. Я думаю, долго затираться не будет. Кстати, еще бонус здесь в комплекте идет подстаканник под бутылочку. По-моему, здорово. Мелочь, но приятно. Вот. Что касается посадки, что мне лично нравится, посадка хорошая, глубокая, сиденье не коротенькое. Это не мелочь вообще ни разу. Хорошее глубокое сиденье — это очень хорошо. По ширине тоже вполне достаточно, хороший подголовник. Он не узкий. Многие родители жалуются, как нам ребенка там в куртке одели, у него сзади капюшон, шапка, и он тупо вот не помещается. Здесь чуть-чуть шире капюшон, подголовник, поэтому сюда помещаться будет 100%. Нормальный ребенок. Вот. Давайте теперь посмотрим, как это кресло крепится к автомобилю и как регулируется по высоте подголовника. По высоте подголовника регулируется с помощью кнопки, и, соответственно, вы поднимаете, опускаете его вверх. И одновременно сразу и регулируется по высоте ремень. Поэтому ничего не нужно переставлять. Это тоже, зато не заморачивайтесь, там сзади переставлять неудобно. Вот. Что касается крепления в автомобиле, просто с вашей стороны сразу покажу. Здесь есть система натяжения ремня. В этом ценовом сегменте далеко не всегда есть система натяжения ремня. Обычно просто в отверстие прокидывается ремень, защелкивается и все. Здесь же нет. Пропускается ремень, пропускается вот здесь, натягивается, и оно становится очень плотно. Вот это вот дорогого стоит на самом деле. Оно не будет у вас юлозить, ничего. Сейчас я установлю. Единственное, ремень с моей стороны. Но я вам показал, куда просовывается ремешок и натягивается. Все, вот так берем, просовываем. Здесь очень такое серьезное такое отверстие. Рука спокойно помещается, без проблем. Все, просунули ремень, натянули. Потом вот в этот направляющий, который я вам говорю, просовывается. Вот. И после того, как вы просунули в направляющий, нужно реально очень постараться и натянуть. Благодаря чему, вот смотрите, я могу с
вот это кресло поднять вместе с ремнем. Вот реально направляющий, реально дорогого стоит. Потому что если бы его не было, оно бы сейчас вот так вот елозило. Это не очень хорошо. Поэтому прикрепили, все, оно у вас хорошо. Даже ребенка нет, оно стоит намертво, все классно. Вот. Поэтому всех достоинствах и минусах я вам рассказал. В двух словах подытожу. Мое мнение об этом кресле. Повторюсь, дешево и сердито. В этом плане вообще бренд Joy так прям ворвался в рынок, всех пораскидал. Вот, своей ценой и своим уровнем безопасности. Вообще все отлично. Конечно, ткани тут оставляют желать лучшего, хотелось бы получше. Но за эти деньги, что она продается, кстати, ссылку в описании добавлю, пройдите, посмотрите. За эти деньги, ну, придираться, ну, как-то негоже. Вот. Поэтому, не знаю, как вариант, если универсальное недорогое ищете, моя рекомендация — обратить на него внимание. Тем более, здесь есть подстаканник. Это серьезно. Вот. Поэтому смотрите, выбирайте, думайте. Мне кажется, интересный вариант. И в заключение, если этот ролик был вам интересен и полезен, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важный момент. Не понравился ролик — не ставьте лайки, ставьте дизлайки, не подписывайтесь на канал. И огромное спасибо магазину Мир Автокресла за то, что дали на обзор это автокресло Joy Elevant. Поэтому спасибо большое. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора детского автокресла для вашего ребенка. Удачи вам, до свидания.